Рамиль седьмой год работает сварщиком на комбинате. Говорит, в столовой автотранспортного цеха обедает регулярно, и за это время никаких нареканий к персоналу не было. И кормят вкусно, и обслуживание приветливое. Я постоянно здесь питаюсь, мне очень здесь нравится. Повара нравятся. Ну, меню нравится. С коллегой согласен и Марат. Рассказывает, за день устаешь, и очень приятно, когда тебя ждут на обед как дома. Конечно, вон вкусно. Вкусно, приятно здесь кушать. Участники семинара говорят, необходимо добиваться того, чтобы рабочие полноценно питались в течение дня. Утверждают, хороший обед – одно из условий качественного труда. Конечно же, рабочему надо в течение рабочей смены хотя один раз, а то и два раза покушать. И надо, чтобы на это время он тратил как минимум. То есть у него была в доступности столовая, либо организовано питание. Покушать на НТМК можно не только вкусно, но еще и недорого. Стоимость полноценного обеда в образцовой столовой – 72 рубля. Поэтому посетителей немало. А если что-то не устроит, то всегда есть обратная связь с руководством. Работники стали ходить больше в столовую, и качество питания улучшилось. И, в общем-то, у нас еще что открыто? То есть свободный доступ на сайт комбината, где каждый работник может высказать свое мнение. По улучшению качества питания, обслуживанию, а также предложить свое меню и выразить слова благодарности. Богдан Сериков, Анастасия Насипулина, Константин Понюхин, Анатолий Тютин. Новости Тагил ТВ.